Ни в чем мы не разобрались. Пока суд не разрешает, это незаконно. Вызывайте еще раз, еще вызов, звони, пускай пришлют людей с юридическим. Ну что вы будете, ну вы же меня не переступите, уважаемые. Я думаю, через вас два раза. Не сможем, не сможет, я поверю. Ну вот вы на мебель становитесь, которая не ваша. А ваша? Да. Ну и хорошо. Ну и хорошо. Ну и пожалуйста, не хотим. А мы тут сидим. Ну хорошо. Ну, а я хорошо. Буду такой. Так, я сейчас встану, и что, будем толкаться? Будем, ну давай. Попробуем. Давай попробуем. Потолкаемся. Так, что за... Ну не надо на меня. Надо бинкой по голове. Вперед. Да что, пусть продусит меня в мою квартиру. В какую квартиру? Квартира принадлежит мне. Ты там будешь зараз ломати речі, людей, які там проживають. Ти там не проживаєш. Ти проживаєш в цій квартирі? Хорошо, я зрозумів на виконавці. Хорошо. Спорно, да. Що ви пишете? Є процедура законна. Не мешайте, отобіть, не мешайте нам в роботу. Давайте мене не трогайте. Ну а що? Проживай.